буду, как будто я в своем доме снимаю видео для своего канала. Ой, ты не помнишь, сколько я снимала, из актива удаляла. Почему? Просто. Так начинаем. Я тоже что-то волнуюсь. Не знаю, почему. Первое видео. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмери и... Айсель. И сегодня мы снимаем видео-челлендж суш. Так. Приступим. Как ты думаешь, ты сможешь меня выиграть? Думаю, нет. Хорошо, что ты признаешь. Я рядом с мастер суши. Как я могу ее выиграть? Я, кстати, никогда бы не подумала, что Айсель учится в АС-секторе, реально. Очень да. Хорошо говорит по-русски. Давай приступаем. Да. Значит, у нас здесь спички, я тебе говорю условия. Как только ты кушаешь одну роллу, ты берешь одну спичку и кладешь рядом. Зачем это делается? Чтобы мы не забывали, сколько штук мы съели. Понятно. Поехали. Давай. Какие твои hot rolls? Вот эти вот горячие суши. Обожаю. А ты тоже не это не открепляешь? Нет. Так от трешки. Ну, спасибо. Первый ролл не удался. Так, какой же взять? Давайте самый Давай большой. Давай салфеточку. Давай, как я делал. Очень вкусно. Очень. Как думаешь, сможем это все съесть? Думаю, да. С утра ничего не ели вообще. Ты сразу убираешь спичку, сколько ты штук съела. Вторая уже пошла. А меня обгоняет. У меня, кстати, вода. У Айки сок. Да, видите, какая я добрая. Да, воду. А себе сок. Значит, я один скушала, ставим в сторону. Я тоже, кстати, очень люблю вот эти запеченные. Они очень вкусные. Да. Макаем. Инструкция. Четвертая пошла уже. Да? У меня вторая. Они очень вкусные. Ну, кажется, я выиграю. Мы когда разговаривали, я ей сказала, сколько ты можешь съесть. Она сказала, да так, пару штук. Заметно, пару штук. У меня третий пошел. У меня пятый. Мне интересно, вот этот вот с чипсами. С чипсами очень вкусные, я тебе говорю. Это вообще... Находка. Я люблю, когда много сыра. Забыли сказать. Здесь 8 штук. Да. На минуточку, у меня всего лишь третий. Ты 3 дня не ела, признавайся. Ну, вчера вечером, да, я не ела. Я тоже вчера вечером мукбанг не снимала. Хотя нет, снимала. С чипсами вообще попробуйте роллы с чипсами. Это лучшее, что я когда-либо пробовала, согласись? Угу. Это, ребят, находка. Очень вкусно, очень. Ну, сейчас идет 7-я. Вот ты пробуешь что-то новое. Это сыр? Угу. От лосёт, да? Ну, давай попробуем еще один с чипсами. С чипсами это вообще. Да, это еще вкусно. Расскажи немного о себе. Ну? Ты учишься в школе? Да. В 9 классе. Меня зовут Айсель. Я, как сказала Айка, сектор. По мне не скажешь. Да, да, да. Я тоже как Айка лезгинка. Мы родом. Саура лезгинка. Она снимается в сериале. Что ты скромничаешь? Расскажи. Да, я снимаю в сериале, кто, если есть тут мои фанаты, то пишите в комментариях, потому что интересно. Вообще сложность в сериале сниматься, я потому что никогда... Ну, так скажу, первое время было трудно, я очень сильно волновалась, плакала, у меня была истерика. Вот, например, такая сцена, нужно заплакать, а плакать не хочется, что делаете? Хочешь, не хочешь... Ты должна плакать.
как бы это твоя работа, ты должна ее делать. А вдруг слезы не идут из глаз, ну что делать? Ну, нужно. Там была даже одна сцена, которая, ну, девочка не могла плакать, и мы ждали ее 2 часа. Даже 1.5 часа, чтобы она наконец-то смогла заплакать, так как она не могла плакать. Но в конце, через 1.5 часа, наконец-то она заплакала, и мы досняли эту сцену. А бывает, что переснимаете, например? Очень много раз. Ну, как бы, ошибка не бывает только у актера, ошибка бывает у и персонала, который, ну, и кто-то может шуметь, и это попадает в кадр. Надо это тоже переснять. Дубли у нас бывает очень много иногда. Иногда бывали дни, когда я возвращалась вот утром. Ходила, да, например, в 9, приходила в 11 ночи, в 12 ночи. Да. Бывали, да. Ну, это от количества сцен, сколько у тебя. А одну сцену, например, сколько снимают по времени? Где-то 15 минут, 20 минут. Бывает и побольше, бывает и поменьше. Наверное, в зависимости от сцены, да? Угу. Интересная работа вообще. Я бы очень хотела сняться в какой-то рекламе, я тебе говорила, да? Ну, в фильме, наверное, я бы не смогла. Ну, я снялась и в рекламе тоже. Как ты это сделала? Раскрывай секреты. Возьми меня тоже в рекламу. Ну, пожалуйста. Я возьму тебя, если попросят. Это был Альфа Тадис Меркези. Было интересно тоже. Тоже опыт. Скажи девочке, она очень много ест. Хочет рекламу. Давай, Арка. Что-то знакомое, да? Давай, давай. Считаем. А, у меня тоже одна штучка. Я заговариваюсь, забываю. Сколько у тебя? У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук. 8 у меня. Ну ничего, я сейчас обгоню. Обгоню, да. Ну посмотрим. Эти никто не ест. Бедные. Они, кстати, маленькие, их выгоднее кушать, быстрее съешь. Как так получилось, что ты попала на кастинг или через знакомых? Вот, например, девочка, да, твоего возраста, она смотрит, она хочет сняться в сериале. Что нужно делать? Есть кастинги, например. Ты на кастинге была? Да, я на кастинге была. Была там несколько девочек. У меня двоюродная сестра Мария Ман тоже снимается вместе со мной. И... мы, короче, пошли на кастинг, нужны были актрисы для сериала «Учурум». Ну, мне стало интересно, но мне было вообще... я не думала, что меня возьмут. Там была одна девочка, она делала лучше меня. Ну, не знаю, меня выбрали. И после нескольких дней мне сказали... тебе казалось, что она лучше тебя. Да, может быть. А на самом деле? А мне сказали то, что... и мы тебе перезвоним, да. Я такая, если перезвоним, то уже все, уже не будет. Уже пиши, пропало. Прошла неделя, и мне такие, и маме такие звонят. И после этого уже сказали, давай, мы тебя ждем с 1 сентября. А, с 1? Да, началось. Но в телевидении это было 17 сентября. То есть вы вперед снимаете, да? Да, да, мы несколько сцен вперед снимаем. Это вообще было очень интересно. Со временем это твой второй дом, ты там общаешься с людьми, ты находишь там новый круг себе. Было очень интересно, у нас были... прикольно. Пойдемте мы тоже в актрисе. Так, я, кажется, пока ты болтала, тебя обогнала. Да, кажется, да. Мне вообще очень, если честно, понравились какие? Запеченные вкусные. Вот эти вот особенно. Не вот эти вот с крабовыми палочками, а вот эти. Они отличаются? Да, да, да. Эти вкуснее. Эти с рыбкой, а другие с крабовой палочкой. С крабовой. Один упал. Ну, мне все оторвало здесь. Ну, мне кажется, это? До конца мы съесть, господи, не сможем. Не я уже сможет. Наедаюсь, если честно. А ты? Ну, да. Очень вкусно. Да, очень вкусно, реально. Ты даже не запила, молодец.
Да. С тобой можно снимать «Не забивай челлендж». С легкостью. Я дома снимаю «Не забивай челлендж» и просто на автомате пью. И монтирую, и даже когда монтирую, я не заметила, что я запила. То есть я вроде пью, ем. Я забыла, что это «Не запивай челлендж». Как только выложила, смотрю, столько комментариев, что «Айка, ты же запила». Спичек столько не хватит. Вот эти зелененькие ты пробовала? Надо попробовать. Здесь очень много сыра. Ой, сыра говорю. Огурца. Да. Крабовая палочка и немного сыра. А что вот это вот сверху? Это, не знаю, что это. Икра искусственная, наверное. Зеленого цвета? Да. Бывает такая икра. Искусственная, по-моему, это. Ну, давайте попробуем. По идее, это натурально должно делать, но... С Богом. Ну, как тебе зеленые? Тогда я их не буду. Если тебе вот так вот, я их не буду. Вот эти, кстати, очень вкусные. Сыром или с чем они там. Есть съедобное, хорошее. Справа просто такой вкус нехороший. Вот эти, кстати, тоже ты не пробовала, по-моему. Какие вот эти? Маленькие? Да. Давай я хочу попробовать эти сырные. Вкусные? Они очень вкусные. А еще с чипсами. Но они закончились. У меня есть чипсы, но смотри, две. Да, давай одну тебе, одну мне. Сначала Айсель пришла ко мне, потом пришли роллы, и доставщик нечаянно привез не туда, поэтому я спустилась вниз и ждала его. Айсель пока что делала себе кудри. Которые не видно. Это хорошо, что мы еще так сели. Ну как ты наелась? Ну не слишком. Еще можно пару штук, но я уже наедаюсь, если честно. Ну, давай, давай. Я выиграю тебя, Айка. Что-то чует мое сердце, что реально выиграешь. Я почему-то была уверена, что наоборот выиграю я. Никогда не говори никогда, ребята. Я еще начала снимать видео. Сколько денег я трачу за неделю? Ты видела такое видео у Кати? Клэп. Я, короче, неделю считаю, сколько я трачу на все. На суши я отдала 33 монаты, мне кажется, за 80 штук это... Это шикарно, мне так это хочется. Очень дешево, они очень дешево подойдут. Мы за 40 отдали 25 монат. Да. Но они тоже были вкусные. Все, ребята, я не могу, я считаю своим. Айсель невозможно остановить. Так. Я считаю, внимание. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Что-то я слабо сегодня. Ты считай свои. За кого вы болеете? Пишите в комментариях. Сколько, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Это проигрыш, ребята. Да. Выиграла Айсель.
так объелась. Я тоже объелась. Теперь бы полежать, пойдем лежать. Ой, как я люблю пустим. Подожди, сейчас время сколько? У нас еще есть время полежать. Еще час. Mm. Еще час мы можем полежать. Да. В общем, на этом все. Айсель меня выиграла. Надо было на что-то играть. Да, мне тоже так кажется. Я бы выиграла. В следующий раз обязательно мы будем на что-то играть. Просто я почему-то была уверена, что я выиграю, и мне показалось, что это будет как-то нечестно. Позвала человека, выиграла ее, и у нее что-то отобрала, да? Вот. В общем, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. Пишите комментарии, понравилось ли вам это видео. Если вы хотите еще раз выйти с подписчицей, то мы будем снимать для вас. Да, конечно. И еще обязательно подписывайтесь на канал Айки. Всем желаем удачного дня, приятного аппетита. Всем пока.